старых качаны. Сегодня я заварю мюмслю о том, как я отношусь к тёлкам в джимбаре. Я, конечно, понимаю, что джимбары не разделяются на категории как мужской и женский, но все равно у меня глаза наполняются магнезией от отвращения, когда я вижу, что какая-нибудь чувиха Дилой или мантаса из джимбара, это куда противнее, чем делать выход биса пацану в лямке. Уверен, что этот выпуск мало кому ебать понравится, так как 90% издали заебанье, я кончил. С вами был Алик Шилтон. Пока. И не надо говорить, что вот гимнастикой занимаются чувихи и покруче мужиков даже. Гимнастика это совсем другое. Так что подались из дуалавки.